Дату Дня города перенесли. Информация появилась после встречи Владимира Шарыпова с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Ранее сообщалось, что праздник состоится 26 мая, традиционно в последнюю субботу весны. В итоге дату сместили на неделю раньше. День города в Иванове отметят 19 мая. Руководители городов решили, что оптимально выстроить график мероприятий будет по принципу эстафеты между городами Золотого кольца. Открывает его Иваново, как самый молодой в списке.